Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, что произошло вот на этом месте? Ну, я находился внутри, обходил там комнату, все. Услышал я треск стекла, звон стекла. Вот, выскочил на улицу, и я увидел, как экскаватор бьет стекла, вот, и все трущу, все подряд бьет. Вот. Я спросил, там какой-то стоял, может быть, их не старший, и я спросил, что такое, что вы творите? Он сказал, мы предупреждали хозяина этой постройки о незаконной постройке. Вот. Месяц назад мы предупреждали. И какой реакции он мне произвел. Значит, я спросил, кто вы такие? Они себя не представили. Вот. Внутрь меня больше не пустили. Вот, пока не добили полностью до конца все это. Добили, все, собрались и уехали. А чем разбивали? Экскаватор, трактор. Мне разбивали экскаватором. Таранили трактор? Таранили прямо лопатой, прямо сюда таранили. Ага. Ковшом, да? Ковшом таранили. Понятно. А сколько их человек было? Человек 20. Человек 20, да? Да. А представьтесь, вы кто в этом помещении? Я здесь дежурная охрана. Охраняю все, что есть внутри и снаружи. А как вас зовут? Зовут Вакалюк Василий Алексеевич. Спасибо большое. Пожалуйста. Неприятно такая.